Специальная комиссия испанского парламента начинает собственное выяснение причин железнодорожной катастрофы под Сантьяго-де-Компостеллой 2 недели назад. Работа комиссии началась с минуты молчания в память о погибших. Трагедия унесла жизни 79 человек. На вопросы депутатов отвечают чиновники компании «Ренфе», государственного оператора испанских железных дорог. В первую очередь парламентариев интересуют, какие меры уже приняты, чтобы исключить повторение подобных происшествий. Особые вопросы вызывает работа сигнализации и связи. Почему не сработали системы, которые должны были автоматически остановить поезд при превышении скорости? Они должны были быть установлены и в кабине локомотива, и на пути. При ограничении 80 км в час состав вошел в кривую на скорости втрое большей. Это сейчас и считается причиной катастрофы.